Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 января, и я первый раз вышла в свою придомовую теплицу. Как я вчера говорила, что в январе обычно все проводят инвентаризацию. Я вот сейчас сюда спущусь и покажу вам, что я здесь делаю в это время. Хотя и кто-то пишет, что это рановато в январе начинать готовиться к посевам. Но вы не забывайте, тот, кто начинает посевы рано, особенно у кого есть теплица, январь – это самое то время. Сразу хочу сказать, что сегодня действительно 6 января, не как я вчера говорила, 6, а на самом деле было 5. Но когда не работаешь, сидишь дома, действительно, дни они путаются, и мне все равно. Никакой разницы, в принципе, нет, 5 или 6. Хочу показать вам, сколько много у нас нынче снега. Видите, двери как прям и двери, и вот эти вот больше метра вот от земли, вот этот вот плотный сугроб вдоль теплиц, больше метра все укрыто. Вот смотрите, что я делаю обычно в это время. В это время я спускаюсь, и если позволяет погода, конечно, я провожу инвентаризацию, смотрю тару, лотки, какие не успела вот с осени до конца помыть, занести. Они вроде чистые, но нужно их все равно сполоснуть. Стаканчики, которые не успела осенью занести. Видите, еще несколько мешочков стаканчиков. Короче, тару проверяю. Вот эти ведерки, в которых выращивала, делала вторую пикировку для получения сверхраннего урожая томатов. Их тоже я в том году землю вытряхнула, не успела помыть, тоже надо помыть. Вот с этого декоративного перчика даже не успела собрать семянки. Может быть, и семянки еще соберу. Тут у меня и дуги, которые мне пригодятся, если я буду здесь высаживать огурцы для раннего урожая. И земля здесь. Земля тоже сейчас, так как она сильно замерзшая, за 2 недели до посевов мне ее нужно будет уже занести домой. Кто смотрит меня и смотрел в прошлом году, они видели, что я вот здесь как раз в этой ванне сидела, смешивала перегной и чернозем. Все это перемешивала, удобряла, складывали в мешки. Мне сейчас нужно посчитать, сколько мне нужно будет мешков, лотков. И хватит ли мне этой земли, а то, возможно, еще подсевать придется. Тут же у меня остатки удобрения. И вот именно в январе мне нужно узнать, хватит ли мне всего этого на этот сезон и нужно ли покупать. Вот тут калий сернокислый, который мы добавляем обычно в луночки для удобрения. Суперфосфат двойной у меня остался от осеннего внесения, потому что я осенью снимала видео и говорила, что идеальный вариант внесения суперфосфата – это, конечно, осенью, потому что он пролонгированного действия и очень долго-долго растворяется. Тот, который мы вносим весной, но иногда некогда осенью, тот, который мы вносим весной в гранулах, он иногда начинает действовать только к осени. Ну, короче, через 3 месяца. Вот здесь же у меня еще раскислитель, про который я говорила, что осенью его вносить не буду, потому что его нельзя вместе с суперфосфатом. Они образуют такое сложное соединение, которое потом не удобоваримое для растений. Растения не воспринимают. Вот все это, конечно, я провожу инвентаризацию, все это хожу, смотрю. Так, что еще я здесь буду? Сейчас лотки посчитаю, ведра надо все тоже, если буду заниматься, перчики буду садить или что, ведра тоже нужно все ополаскивать, мыть. Вот это уже приготовлено для огурцов, тоже душки стоят. Вот в этом месте как раз я показывала, где у меня кусочек теплого пола. Потом, обычно в январе мы всегда подсчитываем ущерб, нанесенный вот всякими чрезвычайными ситуациями погодными. В этом году у нас ущерб есть. У нас эта теплица, многие видели, что она, видите, какая черная. И она в дырочку. Град 2017 года пробил вот этот один слой поликарбоната. У нас же поликарбонат 2, ну как он, 2 слоя у него, а между слоями воздух. Вот он пробил с той стороны наружный слой. И вот эта пыль и грязь вся сюда забивалась. И я все думала, нужно перестилать, нужно перестилать. Но в этом году
нас природа ускорила во время вот этих буранов зимних и бурь. У нас повырывало, вот видите, тут даже дырки и форточки поотрывало. И вот здесь где-то, ой, сейчас покажу, где-то дырку заделывали, а вон там этими кругляшками, видите, забито. Вот этот полностью пласт один срывало, и он как бумага трепыхался. Ну, короче, ущерб у нас такой, что нынче буду просить мужа, чтобы он мне этот снимем, а новый постелим, потому что невозможно. Он мало того, что в дырочках, весь черный, теперь еще там крепления отошли, там вот уже этот клей, видите, вот эта монтажная пена, висят сопли. Это уже зимой все это на скорую руку приделывалось. Ну, короче, так уже не пойдет. И еще опять тут у нас большая работа предстоит. Так как я уже говорила, с этого года не буду выращивать массовую рассаду на продажу, большое количество. А то есть это будет у меня минус 30-20 тысяч корней, которые я выращивала. В этом году я с себя сбрасываю. Это минус 100 лотков. Это значит, нам нужно вот эти все полочки. Будет реконструкция, вот эти все полочки будем делать по-другому. Тут у нас было сначала в 3 ряда стеллажи, потом делали в 2. Сейчас будет просто в один ряд на уровне, ну как бы стол такой длинный будет у меня, чтобы можно было здесь в весенние дни пикировать, выходить, всем заниматься уже в свое удовольствие. Я уже не буду напрягаться с большим количеством рассады. В тоннелях я также буду выращивать и рано буду высаживать, но будет совсем другое. Я буду высаживать туда свои томаты для получения раннего урожая в открытом грунте. Так что, ну вы понимаете, для своей грядки томатов там нужно всего, например, сколько у меня там входило, 60 что ли? Есть разница, 60 томатов или 1500 на одной грядке. Ясно, что весной выращивание рассады будет у меня в этом году облегчено. Я буду вот для себя 2000 корней выращивать, и все, и там знакомым, ну, может быть, 500, с кем мы меняемся на что-то там. Ну, короче, обмен с кем провожу. Все, ведра, лотки проверю. Землю посмотрю, посчитаю, сколько мне нужно. Заносить землю, опять же, вопросы. Вот когда заносить землю, что я буду заносить землю... Я уже говорила, 10-14 дней, потому что у нас она в мешках, объем большой, и в этом году я не раскладывала по лоткам. Если бы я рассыпала по лоткам, лотки меньшего объема, их можно было бы занести за 4-5 дней, они бы согрелись, а мешок, вы представьте, там 3 или 4 ведра, и все оно как замерзшее здесь в кость, и размораживаться она будет долго, за 2 недели заношу. А тем, кто хочет обрабатывать землю фитоспорином, рекомендуют ее размораживать еще раньше, потому что сам фитоспорин, нужно полить фитоспорином за 2 недели до посева, чтобы за 2 недели все эти бактерии у нас проснулись, ожили, заработали и сделали благоприятный вот этот вот микробиологический фон для посева семян. Так что если у вас земля замерзшая, замерзшая если сильно, если вы будете фитоспорином перед посевом обрабатывать, то вообще нужно за 20 дней заносить. Так что январь, если кто-то пишет, вот рано начинаете, нисколько не рано. Если сеять 29, например, января, 2 февраля для теплиц, для раннего урожая, то в середине января, после 14, после старого Нового года, вот этот вот шевелюш, уже он начнется. Я уже буду заносить, ну, буду мужа просить, чтобы заносил. Лотки у меня уже будут к этому времени готовы, все готово, все. Здесь, конечно, работы много. Весь бардак, который я бросила осенью, но уже здесь стало холодно, я просто побоялась, что простыну. Весь бардак придется все это снова убирать, прибирать, подметать, собирать, кое-что сжигать, кое-что подкупать. Тут, видите, меня зима, как всегда, застала врасплох. Вот и колокольчик, и острые перцы валяются, которые я не успела семена собрать. Ну, вообще, здесь сейчас температура вот у нас плюс 15. Сейчас посмотрим. Здесь видно, что тепло. О, ой, у нас минус 15. Что я говорю-то? А здесь вот плюс 10. 10 градусов с плюсом, потому что я хожу без шапки, я хожу без рукавиц. Здесь теплое. И знаете, что мне еще нравится? Так поют птицы. Это вообще, это что-то. Так что лучше я буду выходить теперь почаще в теплицу. Около компьютера очень устала. Сейчас постараюсь подсунуть камеру к щелочке. Послушайте, как поют птички, если вы услышите, конечно.
Нет, наверное, не услышите, но жаль, конечно. Я уже теперь каждый день буду выходить и слушать пение птиц. Все эти птицы живут у нас в доме. Скоро они начнут, как всегда, выводить маленьких птенчиков. Запахло весной, слава богу! Свобода негритятам! Скоро будем бегать по огороду. Все, до свидания!